А что у меня за задание у Ярла было? Ладно, давайте пока не будем этим заниматься. Отправимся на выполнение других заданий дополнительных. Вот, например, отнести камень оценщику. Вот этот вот таинственный камень, который у меня есть в инвентаре. Я почему-то опять не вижу. Так, вот, справа. О боже. Теперь еще и туда, что ли, переться? Не, знаете, это слишком. Время лишений. Найти женщину-редгарку. Какие-то люди, называющие себя аликрарцами. Аликрарцами. Разыскивает в Вайтране женщину Редгарда. Поговорить с Серобородом. Вот, можно поговорить с Серобородом. И у меня какое-то там еще задание, кстати, было. О, вот. С соратниками лучше. Насчет заданий поговорить. Это как-то, по-моему, лучше. Так, вот только где опять этот грёбаные серые значки? Я не вижу ни одного маркера. Вообще не вижу. По-моему, и нету. А было три. Теперь ни одного. Как так? А, не включил. Надо в двух местах включить, видимо. Вот, вот первый. Остальные. Вот второй. Ну ладно. Говорить с предводителем. Давайте перенесемся к приюту. И оттуда пойдем к маркеру задания. Там хотя бы хоть как-то поближе будет. Минут за 5-10, наверное, дойдем, я надеюсь. Мощный парень, арбалет. В одной руке. Тесак в другой. И тазы вместо ног. Воин мечты. Сломает тебя полностью. Странно как-то долгие загрузки. Очень-очень странно. А пока у нас есть возможность разглядеть его получше. Интересно, как бы это выглядело с текстурами высокого разрешения. Хотя пишут в раздачах к нему, к этому текстурпаку, что не особо-то он отличается от оригинального. Нам нужно немножко правее. Так. Магомед все еще со мной. Ходит по пятам. Но я по-прежнему не вижу ни черта. В этом приюте, как вы помните, у нас было одно из заданий. Мы его зачистили. На таких локациях пишут, что убивать там больше некого. И я не вижу никого. Там есть маркер, но я никого не вижу. Может, на вершине? Пора покончить с этой гнилью. Так. Че, уложили, что ли? Да ладно вам. Чё так быстро-то? Только топор от мужика остался. Эта кучка даже не принадлежит его. Тупой туши. Спустимся отсюда, наверное. Потому что надо еще дальше в обход идти. Там дальше скалы и не пройти. И спускаться потом будет невозможно. Нам еще эту за собой вести. Слава богу, сейчас она не отстала. Как-то боты здесь плохо переносят пересеченные местности. Плохо ориентируются во всем этом.
Это довольно накладно и напряжно следить за тем, чтобы они шли за тобой и нигде там не встряли. Хотелось бы без этого. О! В подобном замке я был. Может, даже в этом. Хотя нет, у меня же здесь не открыто ничего. Блин, ну тут обрыв высокий. Если я сорвусь, то... можете надо мной от души поржать. Но здесь уже спуск. А эта дорога, видимо, в обход как раз горы. Мне по ней надо идти. Всего я вижу два маркера заданий. Понятно, что мне нужно идти, который левее, вот к тому маркеру. Пустынная весьма местность. Никого такого я здесь не вижу. Какая-то закатная расселена. Что-то мы такое нашли. Непонятно, непонятно. Ладно, возьмем в руки лук. Дальше с подсветкой будем двигаться. Кот куда-то пошел, не понятно куда. Лежи на месте. Не гроет. Не лезь под стол, там провода. Тебя ударит током, да. У! Что это такое? Фига себе, за полкилометра мочит. Так, надо кота отогнать. Ну вот, кота вроде усмирили. Я прям укротитель кошачьих. Да, капитан. Согласен со мной? Я думаю, что правильным решением будет подождать. Что тут в темноте крадусь, как идиот. Нифига не вижу. Во, во, вот. То, что нужно. То, что нужно. Впереди по курсу еще какая-то фигурина. Какой-то алтарь. Я думаю, там есть враги, и нужно бы сохраниться. В честь этого. Еще не состоявшегося побоища. Так, ну гору мы обошли. Это уже радует. Врагов. Ага, опять дух. Хорошо. Что, добьешь его или как? Он куда-то то ли смывается, то ли... совершенно непонятно. Он даже нас не заметил. Нифига себе, от него стрелы отлетают. Ну, неплохая тактика против этих тварей, если она одна. А стрелы-то дорогие. Что ты сзади-то подкрадываешься? Вот зараза. Стальной слиток. А палку взять нельзя. А это поломанная секира. Железные перчатки. Кучка льда. У меня 324 на груз. Взять ничего и не получится. Святилище Талоса. Можно активировать. Что? Вы исцелены? Благословение Талоса. Это хорошо. Только не знаю, что это за благословение, что оно дает. Болеть я не болею, потому что я оборотень. Или я излечил свою оборотную болезнь. Ладно, потом с этим разберемся. Вот красота. Днем совсем другое дело. Видимо, там нас ждет руководитель.
То есть не руководитель, это я, насколько я понял. Я его ударил. Во. Отправили на тот свет. Ну, шикарно, я еще теперь перегружен. Не хочу это и много давать, потому что она вдруг раз куда-нибудь пропадет. Или потеряется. Что тоже возможно. Помощи ее. Чтобы забрать вещи. Так, ну мы вроде как дошли. Вроде как. Карваньют. Название язык сломаешь. И всю шею вместе с языком. Тут враги. Посмотрите, что это было. Офигеть. Офигеть. Ну она мочит. Магомед, да ты жжешь. А я вот так жечь не могу. Испарился. А нет, не испарился. Улетел. Что это у него? Ничего ценного. Хорошо, нам, видимо, вниз. Там по курсу еще кто-то. Это враг или не враг? Что-то я не вижу. Ага. А, он за камнем. Камень выглядит как человек, а за камнем человек. Ладно. Придется с тобой немножко побегать. Куда ты? Ой, это будет не так просто, как я думал. Страшно умирать. Да уж, побойся. Так, что, главарь бандитов? Капканов они тут не наставили? Так, а ведь это не то. Это ведь не то. Или то. Что-то я немножко не понял, знаете ли. Что за нахер это было? Я что, внутрь, что ли? Да нет, вроде. Хо-хо. Может, их не надо было выбивать? Здесь маяк пропал. Как это понимать вообще? Как это понимать? Попробуем сломать. Это ни к чему хорошему это не приведет. Оп. Так, нащупал я немножко. Немножко я нащупал. Я думаю, вот с этой попытки у меня получится. Есть. Что здесь такое-то? А, сундук есть. Сундук. Меч. Меч такой же, как у меня.
Два кошелька с монетами, но там не особо много. 19.34. Но тоже неплохо. К тому же я прокачал взлом. Да что ж такое-то? А что-то не то, что ли? Хм. Ладно. Надо вырубить это необычный камень. И тогда направиться в Вайтран. А нет, драконий предел. А нет, Вайтран. Да. Совершить быстрое путешествие. Чё-то я не понял. Они что ли спонтанно сагрились или что? Нет, это были бандиты. Может, там замочили этого чувака, с которым я должен был поговорить? Или просто нужно было убить бандитов или что-то еще? Ладно, сейчас разберемся. У нас уже почти 16 уровень. Прокачиваемся потихоньку. Потихонечку. Так что будем идти вперед.